Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами разберем вот такой вот узор, что позволит вам связать палантин, который вы видели в первых видеокадрах. Но я думаю, что не только палантин может быть, это может быть отдельно полоса каймы, да, вот. Это может быть вставка, допустим, две или одна полоса в кофту, джемпер. То есть, и в конце концов, это даже может быть какой-то летний вариант под верх на платье, да, вот такая вот крупная ажурная накидка. Итак, давайте приступим. Раппорт у нас составляет 15 воздушных петель. Мы с вами наберем, сейчас скажу, 43 воздушных петельки, для того, чтобы выровнять край. Первую петлю сделали и 43 воздушных. Цепочку я набрала. И теперь мы должны с вами на этой цепочке сделать сетку. То есть вот такую вот сеточку, разбить ее через каждые две на основании столбик. То есть заметили 1, 2, 3. Это будет столбик. И еще 2 воздушных. Это расстояние между столбиками. Мы с вами считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 6, 7. И в восьмую мы с вами вяжем столбик с одним накидом. Вот так. 2 воздушных. Накид. 2 воздушных на цепочке пропустили, в третью зашли, связали столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид, 2 пропустили, в третью петлю на цепочке столбик с одним накидом. Так мы с вами движемся до конца ряда. Итак, мы с вами связали столбики. И у нас получилось 14 вот таких вот ячеек. Теперь мы с вами поворачиваем наше вязание. И вот с этой точки вяжем 1, 2, 3, 4. И еще 1, 2, 3, 4. Итого 8 воздушных петель. Заходим в следующий столбик, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И в этот же столбик, вершину, зашли, связали первый недовязанный столбик с 2 накидами. И в эту же вершину столбика вяжем второй недовязанный столбик с 2 накидами. Соединили, закрепили. 2 накида. Мы с вами пропускаем 2 ячейки или пропускаем 1 столбик и заходим во второй и опять вяжем недовязанный столбик с 2 накидами. Первый, второй. Теперь мы их соединили. 1, 2, 3, 4. И вершину этого столбика связали столбик без накида. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Видите, вот наши как бы 2 лепестка через 2 столбика. Далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 воздушных. Не 10, а 9. А теперь мы с вами пропускаем
одну ячейку, вторую, третью. Или же пропускаем 2 столбика, заходим в третий, связали столбик без накида. Вот так. Теперь повторяем все то же самое. 1, 2, 3, 4 воздушных петли, 2 накида, заходим в вершинку столбика, 1 недовязанный и 2 недовязанный столбик с 2 накидами. Вот мы их соединили и закрепили. Вот эта воздушная петля нам понадобится в следующем ряду. 2 накида. Пропускаем 1 столбик, заходим во второй. Смотрите, мы с вами связали опять столбик с 2 накидами недовязанный. Первый. Вот он, второй. Соединили. 1, 2, 3, 4. Опустились, связали столбик без накида. Опять 9 воздушных петель. И таким образом мы с вами движемся к концу ряда. Смотрим, мы с вами прошли. И теперь, как завершить. Начинали мы с вами 4 петельки и 4 воздушных. Вот у нас тоже осталась последняя ячейка. Последний лепесток. 1, 2, 3, 4, 2 накида. И получается в третью петельку подъема, как бы мы должны с вами связать столбик с 2 накидами. И выравниваем край. Поворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4. Будет столбик. 2 воздушных, расстояние между столбиками, 2 накида. Помните, у нас здесь с вами была петелька, мы в нее зашли, связали первый столбик недовязанный, в нее же связали второй столбик недовязанный, соединили. 1, 2, 3, 4. Зашли в эту петельку в центральную, связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Заходим в эту же петельку. Первый столбик. 2 накида. Второй столбик. Соединили, закрепили. Вот смотрим. Видите, у нас получился 2 лепесточка уже вверху. Далее. 1, 2, 3, 4. Помним, что у нас здесь с вами 9. 1, 2, 3, 4. Значит, в пятую петельку мы с вами зашли, связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Здесь у нас с вами вот она петелька. Выискиваем ее, зашли в нее и повторяем. Первый столбик с 2 накидами, второй. Соединили. 1, 2, 3, 4. Опустились. Столбик без накида. И второй лепесток. 1, 2, 3, 4. 2 накида. В этот же, в эту петельку центральную. Потеряла я. А, вот она. Или потеряла. Вы стараетесь в нее попадать. Вот так. Соединили, закрепили. Вот, смотрите. И теперь мы с вами опять в пятую петельку. И так движемся по длине. Итак, смотрим.
мы с вами постепенно дошли до края. И что здесь? Мы здесь выполняем то же самое, что и в начале. То есть 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4, 2 накида. Здесь мы с вами выискиваем четвертую петлю для того, чтобы как бы в вершину столбика попасть. И вяжем с вами столбик с 2 накидами. Вот так мы с вами и завершили этот ряд. Повернули вязание и следующий ряд. Я сделала одну воздушную петельку и в этот же столбик связала столбик без накида. Теперь 2 воздушных петли. Захожу в вершину нашего лепестка первого, столбик без накида. Вот так. Между 2 лепестками у нас 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Захожу в следующую вершинку, столбик без накида. Между самими цветами у нас идет 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять-таки заходим в вершину лепестка первого. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вершину следующую. Таким образом мы с вами соединяем все наши цветы. Итак, смотрите, соединили мы 5 и 8 воздушных петель. И теперь нам нужно с вами завершить. Завершаем точно так же, как и начинали. 2 воздушных, ищем четвертую петельку подъема и вяжем столбик без накида. Вот таким образом мы завершили ряд. Поворачиваем вязание. Теперь 3 воздушных петли, которые будут соответствовать столбику. 2 воздушных петли, накид. И я захожу вот в столбик без накида, который был в вершину лепестка. И получили первую ячейку. Вот она, видите? Теперь у нас между вот этими лепестками 2 ячейки. 2 воздушных петли, накид. Мы помним, что у нас здесь с вами 3, вернее 5. Значит, мы в третью петельку зашли, связали столбик без накида. Или же зашли под саму ячейку, вернее под саму арку. Она должна выровняться. 2 воздушных, накид. Мы заходим с вами в столбик без накида. То есть этот ряд у нас будет соответствовать первому ряду. У нас ячейка в ячейку должны совпадать. Видите? Теперь вот здесь у нас с вами 3 ячейки. Поэтому здесь 8. 2 воздушных, накид. Мы должны с вами пропустить 2 воздушных, зайти в третью петлю. Тут уже нужно постараться зайти в третью. Столбик. 2 воздушных, накид. 2 пропустить в третью, столбик, 2 воздушных, накид, вершину лепестка, столбик. Смотрим. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И так мы с вами продолжаем дальше до самого конца нашего то ли образца, то ли уже готового изделия. Смотрим. Завершаем мы с вами столбиком с одним накидом, там, где мы вязали с вами столбик без накида. И вот это у нас с вами получился раппорт в высоту. Далее мы с вами будем повторять все, вот как с первого ряда, да, 4 воздушных, 4 вот с этой. С этого столбика будем вязать, начинать первый лепесток, затем через 2 во второй, то есть один над одним у нас будут идти вот эти вот цветы. Видите?
Это у меня вот связана шерстяная нитка. Здесь эта ниточка, конечно, в 100 граммах 500 метров. Она немножко потоньше. Даже не немножко. И здесь у нас полиэстер с шелком. То есть не очень. Хотя, смотря для какой вещи, будет смотреться и хорошо. И опять-таки, смотрите, вот она кайма. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать на этом моменте. Я с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь. А вам творческих успехов и до скорых встреч!